Приветствую всех заглянувших на канал. Сегодня у меня подвернулась такая интересная работа, которая может кому-то будет полезно знать, как эту работу делать. Значит, здесь вот у меня заточной станок, я его уже показывал, рассказывать, останавливаться сильно не буду. И здесь вот в нем подручник, на который я устанавливаю резцы, если мне надо выдержать какой-то точный главный задний угол или же вспомогательный задний угол при заточке. Здесь вот я сделал в этом подручнике такие, как видим, призматические канавки. Вот эти канавки, они предназначены для того, чтобы можно было установить и спозиционировать вот такой вот резец. Его вручную так вот точить можно туда-сюда, завалиться. А так вот можно его установить вот этими, на это отверстие поставить прижимчик, прижать и потом только его туда-сюда водить. Ну, ясно, что подручник выставить в какое-то положение. Очень удобно. Вот такие круглой державкой. Ну, это я буду рассказывать, когда буду показывать, как я точно затачиваю резцы на этом станке. Наверное, там я подробно остановлюсь. Эти же канавки у меня предназначены для заточки. Ну, тут уж, конечно, примерно заднего угла на сверле. Вот, как видим, вот сверло, оно заточено неправильно. Не знаю, откуда это у меня сверло. Наверное, с Чермета принес. Оно, как видим, зателовано неправильно. С помощью этого приспособления можно поставить вот этот подручник таким образом, что он, вот эта канавка будет ориентирована таким образом, что будет угол при вершине выдерживаться там 120 градусов или 90 градусов, ну сколько вам надо. Это путем поворота вот этого подручника, как видим, он у меня на сферической такой. Ну, я рассказывал, не буду останавливаться. И тогда я это сверло, здесь надо ставить, чтобы сверло, вот эта перемычка была сориентирована прямо на обрез камня, потому что если оно не будет сориентировано, чуть-чуть проверну дальше, и оно подрезает режущую кромку. Поэтому вот здесь его надо в самом конце. Вот, как видим, я его уже и заточил. Здесь надо подрезать чуть-чуть перемычку и все. Ну, это я просто показал для того, чтобы вы имели представление, зачем эти канавки. С одной стороны, как видим, эта канавка помогает. Ну, если вот сверло заточить или круглый резец. А вот если уж такой резец точить, есть определенные неудобства, потому что я ставлю его сюда. Можно его прижать, но поскольку он там кромка очень узкая, дальше туда-сюда переваливается. И это, вот этот паз, он фактически мешает, ну, делает такую заточку невозможной. Поэтому я решил вот сюда сделать такие накладные такие элементы, которые перекроют эти пазы, да и все. И можно будет тогда здесь свободно ставить резец, он не будет никуда шататься, он будет становиться на свою плоскость. И прикрутить я хочу его на два болтика. На эти вот отверстия двумя болтиками хочу его прикрутить, чтобы лишних тут отверстий уже не сверлить, чтобы не делать из этого решето. Но тут дело в чем? Тут дело в том, что его надо прикрутить таким образом, как видим, здесь есть угол такой 15 градусов, для того, чтобы, ну, максимально мы на резце задний угол делаем 15 градусов, это слишком для мягких, если металлов. Вот и здесь вот эта кромка 15 градусов, чтобы она, если максимально ее так повернуть, чтобы она низом не терла по самому кругу абразивному, потому что он будет излишне изнашиваться, излишне отталкивать эту нашу деталь, мы не поймем, что мы точим. Поэтому вот здесь угол 15 градусов. И здесь я вот сделал угол 15 градусов. И вот мне надо их поравнять таким образом, чтобы вот эти 15 градусов были, ну, как бы продолжением отсюда. Поэтому мне вот здесь надо просверлить точно отверстие, на которое я прикручу на эти вот два резьбовых отверстия сверху накладку на подручник. И вот мне проблема сейчас, ну, какая вот проблема получается. Мне надо в этой накладке просверлить в том же месте, в котором они есть, чтобы обеспечивалась вот эта прямолинейность самого подручника и вот этой накладки, именно вот этой поверхности. Ну, конечно, можно взять штангенциркулем циркулем вот здесь эти размеры и провести вот здесь, потом взять эти вот и провести так и просверлить. Не знаю, насколько это будет точно, хотелось бы поточнее сделать. Поэтому я вот сейчас покажу, как я буду делать вот эти два отверстия, чтобы они были, ну, не абсолютно точными, ну, хоть с точностью там до десятки, до двух точно, это самое. Потому что они здесь вот просверлены произвольно, просто дрелью. Меня то не надо было, чтобы они там по оси были расположены, так вот какие-то размеры. Я просто примерно так на глазок их просверлил. Они просто предназначены для установки сюда прижимов, которые прижимать будет резец во время его заточки. Тут такие размеры не круглые. Поэтому, чтобы перенести эти размеры сюда, вот я сейчас буду показывать, что я буду делать.
Сейчас я выточу два специальных болтика под М6. Ну, резьба такая, как здесь, подручники. Но прежде чем точить эти болтики, надо выбрать сталь. Сталь желательно такая, чтобы потом можно было ее закалить. Ну, желательно сталь 45. Обычно шестигранники в большинстве случаев, ну, идут со стали 45 или 40Х. Но попадается и так называемая автоматная сталь, которая, по большому счету, она не калит. Вот сейчас с этих двух кусочков я покажу, как определять по искре. Как видим, искры какие-то не очень жирные, длинные. Это говорит о том, что углерода здесь мало в этом шестигранничке. Остается, что может быть и автоматная сталь, а может сталь 35. Нам желательно будет подкалить хорошо, поэтому смотрим, как это. Вот. И здесь, как видим, искр больше, и они более разветвленные, красные такие. Еще раз смотрим это. Искр мало, и они ближе к желтому. И смотрим это. Поэтому берем вот этот шестигранничек, из него делаем два болтика на 6. Ставим этот наш проверенный шестигранник. Не будем говорить, какая тут точно марка стали, но то, что здесь углерода достаточно, чтобы оно закалилось хорошо, это очевидно. Длину резьбы даем чуть больше, чем толщина нашего там подручника. Там подручник 10 мм, дадим длину резьбы 15 мм. Нарезаем резьбу здесь, смажем немножко маслицом. И вот смотрим, как я нарезаю резьбу. Конечно, немножко колхозный способ, но пока у меня задней бабки мощной нету, то приходится таким образом выкручиваться. Торец вот этой оправочки, он абсолютно перпендикулярен оси шпинделя. Затем, чтобы вот эта резьба, она была соосна с осью этой детали. Резьбу нарезали, и теперь на конце этой резьбы надо сделать конус такой, который будет являться как бы кернером. Конус сделаем градусов 60, потому что можно и меньше. Чем меньше, тем лучше угол. Но если маленький слишком угол, он срежет тут нам всю резьбу. Поэтому от 60 градусов это будет самое оптимальное. Разворачиваем каретку на 30 градусов. Это половина угла конуса. Здесь будет плюс-минус 1 градус, ничего страшного. Повернул каретку и точим этот конус. Здесь вот при точении конуса надо, чтобы резец был выставлен абсолютно в ноль. Я делаю это с помощью этого вот приспособления своего, я проверил его вроде по нулям. Потому что если он будет ниже или выше центра, у нас острия вот здесь не получится. Надо, чтобы абсолютно был по центру резец стоял. Ну, с точностью несколько соток. Ну и все. Один винтик будем считать готов. Я сейчас его отрежу и покажу. Ну вот один винтик готов. Видим такое острие. Сейчас сделаем второй такой же. Ну вот в результате нашей этой небольшой токарной операции получилось два болтика. То есть это уже как не болтик, это специальные винтики. Сейчас их надо подкалить. Как я уже говорил, эти болтики надо подкалить. Особенно вот этот хвостик, потому что весь болтик смысла калить нет, потому что у нас только рабочая часть вот здесь. С точки зрения даже экономии газа, как мы знаем, газ надо экономить. Будем греть только вот этот конус. Калить будем на максимальную твердость. На жидкость, которая обеспечит нам максимальную скорость охлаждения.
Это может быть вода или другая какая-нибудь жидкость. Ну, поскольку у нас есть только вода, вот как видим, будем калить на воду. Разогреваем его до красна. Сколько хватит этой китайской горелки? Ну вот уже конус покраснел. Нагреем посильнее. Для закалки стали 45, ну где-то 850 градусов было хорошо. Но эта горелка 850 градусов, наверное, не даст. Ну, сейчас посмотрим, что у нас получится. Где-то тут есть зона, которая самая высокая температура. Вот, наверное, вот здесь где-то. Ну, наверное, уже больше оно не нагреется, потому что уже дальше не разогревается, не краснеет больше. Все, калим. Кто-то может сказать, что оно будет хрупким, но это инструмент не ударный, так что нас это очень сильно и не интересует. Ну что дальше? Берем эти два болтика и закручиваем их в эти отверстия с той стороны, с обратной стороны. Вот они почти выглядывают. И второй. Все, ну пока закрутим, чтобы они не выглядывали отсюда. Вот они закручены снизу. Один и второй. Ну и теперь вот эту пластинку, которую мы сюда планируем поставим, берем вот таким образом и прижимаем струбцинками. Сейчас мы вот здесь поднимем. Как видим, сколько степеней свободы у этого подручника. Его можно повернуть как угодно. Так, ну и теперь вот поравняем, чтобы вот эта плоскость, которую мы сейчас отставим, была продолжением вот этой плоскости. И это вот так вот равняем. Раз. Прижимаем. Два. Прижимаем. Здесь у нас где-то есть линеечка. Смотрим. Так, это хорошо сторона. А вот эту сторону чуть поднять надо. Все делай на весу, чтобы просто было наглядно. Я бы мог бы, если бы не снимал на камеру, я бы мог бы все это дело снять и сделать в тисках. Ну, уже если я решил снять видео, как видим, вот зазора нету ни здесь, ни здесь. Такая лекальная линеечка у меня. И там то же самое. Нажимаем хорошо. Ну все, и теперь берем обычный ключик на 10 и эти болтики закручиваем. Закрутилась немножко уже, струбцину раздвинул, ну ладно. И второй болтик. Тоже струбцина разъехалась уже. Все, откручиваем. Можно даже болтики не откручивать, а просто разобрать струбцину. И вот видим, у нас накернило в этом месте и в этом месте. Вот два есть кернения. Вот этими болтиками накернило здесь. Видимо, они немножко сделаны не параллельно вот этой плоскости. Вот здесь у нас 22,95, а здесь 21,76. Ну, на целый миллиметр оно не параллельно вот здесь вот просверлено. Ну вот наши болтики сделали здесь от луночки. Ясно, что луночки слабенькие, потому что вот эти китайские струбцины, я нажимаю этими конусами, они начинают разжиматься. Отсюда вывод, что китайские струбцины для этого дела не пригодны. Лучше всего струбцины брать вот такие. Наши обычные советские инструментальные струбцины, она очень жесткая. Но жаль, у меня только одна, так что пока будем китайскими. Они луночки небольшие дают, как видим, вот она одна и вот вторая. Сейчас мы эти луночки углубим просто кернером. Здесь уже место есть, куда кернер ставить. Вот я его ставлю сюда. Он уже очень четко сюда становится. И сейчас мы его кернером углубим и просверлим. Сначала центровочным сверлом зайдем, чтобы не съехало отверстие. О, а теперь сверлом на 6. Уже оно никуда не уедет. Все,
Все. Ну и делаем отверстие под потайную головку, под этот, под такой шурупчик. Здесь главное насквозь не просверлить, не промазать. Ну, во. Нормально сидит. И здесь. Ну вот. Вот и все. Вот наши болтики. Сейчас мы прикрутим и посмотрим, как оно у нас будет выглядеть. Эти болты выкручиваем. Посмотрим заодно, как оно закалилось. Ну, острые остались, значит, подкалилось нормально. А вот струбцинки китайские подкачали. Жесткости у них маловато. Вроде тут и острием такое серьезное. Вот видим. Ну, оно не подсело. Немножко здесь ступенька осталась. Ну, какая вот у меня была шлифованная пластинка, такую я и взял. Ну, эта ступенька нам сильно не помешает. Как видим, как точно все попало. Два. И смотрим, как вот здесь у нас ступень. Самое главное вот здесь. Нормально. Нормально. Сейчас, может быть, как-то покажу, чтобы видно было. Ну, как видим, зазора нету. Нормально. И вот теперь сюда резец, как видим, ставить будет весьма удобно. Подожму. О, все. И теперь резец ставится на плоскость. Если тут, вот он уже не болтается туда. Ну и угол наклона можно менять. Вот максимальный вот он такой. И они одновременно подходят камню, и нижняя плоскость, и эта плоскость. Здесь в основном на задних поверхностях угол где-то в районе от 5 до 8 градусов. Настраиваю я это все с помощью гравитационного угломера, так что тут, как видим, шкал, ничего нет. Но это я уже рассказывал. Здесь еще, конечно, надо сделать будет два отверстия для того, чтобы резец крепить, чтобы не в руках его держать вот так. У меня же оно предназначено, что резец закрепленный вот так, а я только вот так вожу туда-сюда. Кроме всего крепления резца, здесь еще надо крепление для линейки, которая будет определять угол в плане. То есть задний угол, основной и вспомогательный, будет регулироваться вот этим, а угол в плане будет регулироваться уже линейкой. Ну, это будет следующее видео. На этом это видео я заканчиваю. Всем всего доброго. До новых встреч.